Слушай, я надеюсь, невеста посимпатичнее подружки будет, а? Я сомневаюсь, что это была хорошая идея. Да ладно, не начинай. Зато посмотри на нашего сына. Какой он радостный, счастливый. Дорогие Мади и Мируэрт, любовь — это самое большое сокровище, дарованное человеку. Ваша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда, связанные между собой тонкой... Что? Платье красивое у вас. Эта нить... У тебя. Связала вас, ваши... Как тебя там зовут, а? Мади. Сегодня ваши... Мади, давай ты мне не будешь портить настроение еще больше, хорошо? Если она скажет поцеловать невесту. Даже не думай. Согласны ли вы, Мади Якибаев, взять в законные жены Мируэрт Утемисову? Да. Мади, ты согласен? Мади. Да. Ты согласен, что эта фотография лучше? Они же одинаковые. Ну, я в смысле, ты на всех как бы выглядишь красиво. Почему у тебя до сих пор нет девушки? Нужно быть полной дурой, чтобы таких классных парней, как ты, не замечать. Спасибо. Но ты-то не полная дура. Ну, я в смысле... Айгуля, мы с тобой давно знакомы. И я хотел бы сказать тебе, что... Жан, привет. Привет, любимый. Как дела? Хорошо. А знакомься, это Мади. Угу. Мы с ним учились вместе в универе, и он мне с дипломкой помогал. Молодец какой, а? Здорово. Совсем немножко. А это Олжас. Я тебе про него рассказывала. Кстати, помнишь, ты мне советовал кофейню? Вот, мы там познакомились. Ну, можно сказать, благодаря тебе. Правда? Да. Какой я молодец. Я и забыл, мне бежать надо. Здравствуйте. Извините за задержку. Вы Мади, да? Нет. В смысле, да. Но я не заказывал цветов. Так, сейчас. Якибаев Мади Маратович. Букет цветов и записка. Самую красивую девушку в мире Айгуль. Все правильно? Мади, это очень мило. Но нам, кажется, пора идти. Спасибо. А, кстати, с днем рождения. Вообще-то он завтра. Ваш счет? Это вам. Извините, я цветы заберу. Вам же все равно не надо, да? Спасибо. Сами смотрели на зеркало? Вы назад дали! Пипец просто! Виновата ты! Изначально неправильно машину поставил, овца! Кто вам только права выдавал? Здесь бы два танка легко разъехались бы. Молодой человек, если вы такой умный, что охранником тогда работаете, а? Иди дальше работай! Стоит мне тут советы свои раздает! Да ну вас, курица! И что теперь? А? Арман, раньше мог приехать? Что случилось?
Ты же видишь, эта дура мне машину стукнула. Ты сама дура. Что ты сказала? На себя тихо, тихо, успокойтесь. Надо в зеркало смотреть сейчас сначала. Сейчас все уладим, все нормально, на, подержи. Ну и зачем ты ей деньги дал? Ты думаешь, она себе на них мозги купит? Жан, да ей легче заплатить, чем все это объяснять. Да я вообще всегда говорю, бабам за рулем не место. Че? Ну, кроме тебя, конечно. Давай лучше я за руль сяду, да? Закинь назад, пожалуйста. Что ты думаешь? Ну, это вообще-то шахматы. У меня хорошее предложение. И тебе никто больше не даст. А, Рахмет Баке, но я ж потеряю свою компанию. Да ничего ты не потеряешь. Просто я выкуплю твой бизнес, и ты будешь работать на меня. Да, Баке, но все-таки мне надо обдумать. Эй, ну о чем тут думать-то? У тебя когда был последний крупный заказ? И сколько ты должен банку? Мне надо подумать. Шах и мат. Мое предложение в силе до вечера. Играть сначала научись. Я не понял, эй! Эй, лень! Эй, по голове себе постучи! Стой, стой, ну-ка! Тайба ты, что ли? Да ну! Да ты чё? Ой, слушай, ты здесь, что ли? Да я год уже как здесь! Ух, ну, да ты, да я! Красавчик, да! Старей, старей! Дорогой! Молодец! Марат, я так была рада тебя увидеть. А я как рад. Ну, вы сами как-нибудь здесь. Мы с Бикош по делам. Все, все. Да. Ты как освободишься, позвони сам. Обязательно. Ну, пока. Пока. Ты лучше о себе расскажи, как Зауреш, как дети. А, Зауреш, все хорошо. Ты хорошо. Ну. Да у меня сын же. Ну. Да. Ой, только он меня тоже не радует. Чего? Знаешь, вот все, кормлю, одеваю, все, что захочет, покупаю, да? Образование ему хорошее дал. Ну, вот только не радует он меня. Не хочет мне внука подарить. Вот я не знаю прям, что с ним делать. Что делать? Женить прям насильно. У меня вон дочка тоже. Родственникам глаза стыдно смотреть. До сих пор не замужем, представляешь? Не, у тебя дочь красавица. Да. Что, такой красавица не можешь жениха найти? Да есть один мутный какой-то. Я тебя не узнаю. Ты же джигит. Скажи, найди какого-нибудь жениха, скажи, вот на нем женишься и все. Да где их найти? Где вон? Нету нигде женихов. Только на Бога надеюсь и все. Да. Да, это не то, что мы в свое время. Ну, мы-то... Я помню, как за тобой бегали. Ой, да ладно, за мной, за тобой. Ну, это... Как я звук? На короля. Тихо. Кстати. Помнишь, где сделали? Да. Ну, в роддом. Точно. Вот. Мы еще тогда это детей обещали поженить. Да. Ох, какими мы тогда были молодыми, энергичными, полными идей, да. Сейчас бизнеса нету. Нету. Внуков тоже. Да, внуков тоже нет. А у тебя же сын, да? Да, сын. Жених. А у тебя дочка? Дочка, да. Невеста? Невеста. Нет, дочка хорошо. Да сын плохо, что ли? Ну да. Ты о чем? Да, о том, да, что да, я? Да.
За молодых! За молодых! За молодых! У тебя сын! У тебя дура! У тебя сын! Жених! А, уж невеста! Соберись, тряпка. Веди себя как мужчина. Это из крестного отца. Да ладно, ну не расстраивайся, ну подумаешь, неудачный момент выбрал. Неудачный момент выбрал? Это когда я тебя послушал. А, то есть я виноват, да? Тебе нужно было до конца переть. Девушки любят уверенных в себе самцов. А ты у нас прям самец, Олен. Самку видишь? Вижу, она же рядом сидит. Смотри и учись, сынок. Девушка. О, видал, пацана? Вот он настоящий мужик. Подошел, четко обозначил свою территорию. Вот ты таким должен быть. А? И что ты предлагаешь? Пойти к ней и сказать, что ты тот, кто ей нужен. А того лоха отшить? Ну, не знаю. Она сейчас гуляет с ним. Неудобно как-то будет. Отлично. Лови момент. И, бро, по-братски раскидай, пожалуйста. А то сейчас ролей вообще нету. Да, он все-таки помнит о моем дне рождения. Это так мило. А цепочка красивая? Конечно, красивая. И не дешевая. Это так клево. Я тебе так завидую. Блин, Рос, прекращай, а? У тебя тоже скоро парень появится. Тем более такой красивый, как ты. Ну, ладно. Ты права. Ты что, угораешь? Своим делом займись. Пардон? Блин, Рос, я это... Завтра не смогу прийти. Пожалуйста, проследи, чтобы салон был готов к открытию. Ника, на то и я администратор. Свай. Че, пошли? Подожди. А что я скажу-то? Бро, ну мы же с тобой договаривались. Подходишь, говоришь, он не тот, кто тебе нужен. А я давно тебя люблю. Айгуля, я должен тебе сказать, что я очень давно испытываю к тебе чувства. Я думаю, что я именно тот, кто тебе нужен. Потому что я люблю тебя. Прекрасный человек. А главное, понимающий. Пошли. Пошли. Подожди. Надо же порепетировать. Давай так. Ты Айгуль, а я это я. Бро, ты что, дешевых комедий насмотрелся, что ли? На кой черт эти репетиции? Ты же мужик! Ты один из тех, кто подходит девушке четко и уверенно. Все говорит как есть. Четко и уверенно. Я прав? Да, ты прав. Все, пошли. Подожди. Что такое еще? Может, какой-нибудь другой момент подобрать? Я не хочу при этом о Джасе говорить. Бро, да не боись ты. Для этого у тебя есть такой друг, как я, а? Который всегда прикроет твою задницу. А если он начнет рыпаться, я сразу осажу его какой-нибудь крутой фразой из фильма, а? Ты мне доверяешь? Да, я тебе доверяю. Пошли. Не-не-не, подожди. Нужно же придумать какую-нибудь крутую фразу из фильма, а? А? Типа, уважаемый, это вас не касается. Не, по-моему, слишком уважительно. Не, ну, потому что там есть слово уважаемый. Олен. А, можно так. Дружок, это вас не касается... Хотя, какой дружок? Я как будто с собакой разговариваю. Олен. А, вот еще. Братишка, попридержи паней. Коней. Какая разница, ты же парнолапный. Парнокопытный. Какая разница? Короче, братишка, попридержи коней.
Или вот еще вариант. Братишка, попридержи коней, а? А? В самый раз. Братишка, попридержи коней. Рано было, да? Айгуля. Мади, ты что здесь делаешь? Я должен тебе сказать, что я очень давно испытываю к тебе чувства. И я думаю, что я именно тот, кто тебе нужен. Потому что я люблю тебя. Чё? Братишка, папа, придержи. Ну, уже не актуально. Мади! С днем рождения, Бала. Бас Нортума? Нет, все нормально. Откуда фингал? Подрался? Просто упал неудачно. А, проснулся уже? О, а это откуда? Подрался. Ну-ка, ну-ка. Ай. Ну, надеюсь, сопернику больше досталось. Да, одежду он теперь вряд ли отстирает. Давай, приводи себя в порядок. Поедем за твоим подарком на день рождения. Что за подарок? Невесту тебе нашли. Ты же сам не справляешься. Невесту? А может, я сам найду себе невесту? И правда, Марат. Ведь он же совсем ее не знает. Вот, Зауре, ты не вмешивайся. Сказано же было, все уже давно решено. А ты что, будешь со мной пререкаться, да? У тебя вопросы какие-то есть, да? Возражения какие-то, да? Есть, да? То-то. Все, давайте быстрее. Собирайтесь, давай, давай. Давай, собирайте. Бекуш, чиспи, кулактарма. Почему в нашем доме больше еды для гостей, чем для нас? Не умничай. Доброе утро всем. Почему ей можно спать до обеда, а мне нельзя? Потому что она уже взрослая, и у нее сегодня день рождения. А ты ее поздравил с днем рождения? Поздравляю тебя, моя любимая сестра. Желаю тебе счастья и здоровья. Надеюсь, ты поскорее выйдешь замуж и свалишь из этого дома. Бекуш! Спасибо тебе, любимый братик, я тебя люблю. Ай, дура, пап! Бекош! Это вы так вырядились на мой день рождения? О, кажется, пришли кызым, иди встреть гостей. Каких гостей? Иди встреть гостей. Можно? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Проходи. Вот. Как тебе? Ади Мэйкин. Здравствуй, доченька. Здрасте. Вот. Красавица. Поздравляю, сынок. Ну. Я когда тебя последний раз видел, ты вот такая была. Да. Спасибо, но вы кто? Вот. Махе. Тайбек, вам вот часы. О, рахмет. Галия ханымга комплект из белого золота. Сынок, передай. Ой, кандай керемет. Рахмет, зауре, не яури волндар. Ну и самое главное, мируэрке сырга. Примеришь? Ой.
Ну, теперь можно и познакомиться. Это Марат, мой друг, товарищ. Служили вместе. Служили вместе, теперь работаем вместе, вот. Да. Ну, ты его, конечно, не помнишь, когда ты родилась, они вот переехали. Да. Вот, это супруга Марата Зауре. Да. Сын... Мади. Мади, да, вот он закончил институт на этого... Международные отношения. Вот, будет дипломатом... Лицо нашей страны. Мади, а что случилось с лицом? Ой, вы простите нас, пожалуйста, что он пришел сегодня в таком виде. Раньше вообще никогда такого не было. Он у нас не пьет, не курит, ведет себя хорошо. Дерется плохо. Бекош. Мади у нас вообще молодец. Сдал диплом в школе, магистр, дипломат. И самое главное, ешь кашан, кызы даже был маган. Кстати, у Мади тоже сегодня день рождения? Да! Так удачно сложилось, что вы родились в один день, да? Поздравляю. Спасибо. И тебя. Мируэр Казан, а ты на кого училась? Менеджмент и управление. Ну, красного диплома у нас нет, но училась Мика хорошо, очень хорошо. Сейчас у нее салон красоты, занимается, в общем, хозяйка. А готовить умеешь? Готовит, умеет. Но если вы попросите, она сможет приготовить. Если захотите отравиться. Бекош! Ну, ничего страшного, научится. Мади мне всегда помогал по дому, если что, и ей поможет. Да. Такую красавицу на руках носить. Спасибо, конечно, но о чем вы сейчас говорите? Ты что, не сказал, что ли? А, забыл. Это, дочка, Мади твой теперь жених. Все, сказал. Да, получается, мы сырга салдык. Да, сырга салдык, вот. Папа, это шутки, да? Почему шутки? Я что, на клоуну похож? Волнуется? Гордая в меня. Сейчас. Мы улыбнем за молодых. Так, ты сейчас же сядешь на место и будешь слушать все, что тебе говорят. Все, что надо, папа, я уже услышала. Спасибо. Дочка, это нужно для бизнеса, для семьи, понимаешь? Тайбек, может, действительно не стоит? Мади хороший парень, наверное. Мы с твоей мамой, между прочим, на свадьбе познакомились. Ничего, вот, живем же. Я за него не выйду. Так, не выйдешь, да? Я деньги перестану тебе давать. Да, пожалуйста. Я машину отберу. Забирай. Я салон красоты твой закрою. Ах, так, да? Так. Хорошо. Да, пожалуйста. Тоже мне да. Родители. Мируэр. Арман, ты должен на мне жениться. Подожди. Что? Женись на мне, укради меня. Возьми меня в жены, в конце концов. Это все очень весело, конечно, но сейчас реально немного неудобно. Ну, мы договорились вечером встретиться. Может, так и сделаем? Арман, ты прикалываешься? Ты думаешь, я к тебе делать нечего приехала, да? Ладно, что случилось? Родители выдают меня замуж. Привели этого придурка домой с его родителями и устроили дома цирк. Ну да. Капец, конечно. Арман, ты же говорил, что ты меня капец как любишь, и я тебя люблю. Что нам мешает пожениться, скажи мне? Как бы тебе все объяснить? Блин, ты конечно, классная, и ты мне нравишься, и все дела, но... Арман, что за шум? Объявляю вас мужем и женой. Чего, поздравляю? Повезло тебе. И Кость, поздравляю. Поздравляю, доченька. Что?
Вы думаете, вы таким образом спасете свой бизнес? Да через пару месяцев, когда ваша компания пойдет ко дну, вы придете ко мне и будете умолять меня, чтоб я купил вашу компанию 2 раза дешевле, чем предлагаю сейчас. Поняли? Обиделся, кажется. Все, я готов, да. Извините. Ты что там встал? Быстрее.